Всем привет, с вами канал Игры ВКонтакте и игра Долина Сладости. Итак, начнем. Так, наша цель 10 сердечек. Итак, как всегда идет обучение. Как убирать эти сердечки. Дальше мы будем сами, так как все знают такие игры. Это игры 3 в ряд. Наша цель закончена. Так, мы набрали 10 очков. Дальше. Итак, вторая цель. 12 фиолетовых. Так. Нам показали, что мы можем делать. Дальше сами играем. Убираем фиолетовые. Отлично. Все поубирали. Все взрывается. И мы зарабатываем 32 тысячи. И выходим на второе место. Итак, играем дальше. Так, поделиться нет, делиться мы не будем. Итак, 8 желтых, 12 фиолетовых. Нам показано, что можно делать так и так. Дальше играем сами. Давайте уберем зеленый для этого. Уберется целая куча. Так, что нам делать? Убираем синенькие. Отлично. Все. Все собрано. У нас еще осталось 8 ходов, которые нам добавляют. Еще ход. Отлично, отлично. Это все баллы. 62 тысячи. Так, мы набрали 62 тысячи. Да, и мы переходим на третье место в турнире. Играем дальше. Так, наши цели. 12 желтых, 15 синих. Начинаем смотреть и выбирать. Давайте выберем желтенькие. Так. Надо смотреть и думать. Как нам? Давайте берем синеньких. Еще раз синенькие. Желтенькие. Да, не получается у нас, конечно, ничего в смысле больших линий. И так. Итак, продолжим. Нам подсказочка, что можно убрать красные бублики. Так. Убираем. Снова у нас ничего. Вот у нас появились синенькие. Да, синеньких много. Надо убрать желтых уже нету. Так. Как их убрать? Они нигде не хотят. Давайте попробуем сделать такую комбинацию. Отлично, есть желтые. Мы их убрали. Осталось еще 4 хода, за которые, возможно, нам дадут еще больше бонусов. Все, мы набрали 3 звезды. Конечно, ну, в принципе, неплохо. Итак, продолжаем. Играем дальше. Так, вы обогнали друга по уровню. Отлично, делиться этим не будем. Наша цель 15 фиолетовых капелек и 15 синих мороженок. Используйте совок, если хотите собрать одну сладость. Попробуйте. Ну, давайте уберем совку. Так, отлично. Дальше сами. Итак, приступим. Уберем, соединим. Отлично. Так. Давайте уберем еще. Так. Понемногу мы собираем. И продвигаемся к нашей цели. Так, что мы еще можем сделать? Да, чуть-чуть неправильно, конечно, мы сделали. Ну ладно, можно поменять синенькие. Есть у нас. Отлично. Итак, фиолетовые собраны. Остались собрать синие. Так. Наберем вот так. Отлично. Все, у нас все собрано. У нас осталось еще 9 ходов, с помощью которых уничтожаются и зарабатываются баллы. 61 тысяча. 70, 83.
Мы набрали 83 тысячи, и мы дошли, и мы прошли пятый уровень. Итак, можно играть дальше, но я должен попрощаться с вами, я буду заканчивать обзор этой увлекательной игры. С вами был канал Игры ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие обзоры. Всем пока!